Всем приветик. Друзья, фишка такая произошла, нарушила мою, не знаю, мое все нарушило. Как поступает мне звонок? А я была своим делом занята. Поступает звонок, и какой-то, даже мужчиной, язык не поворачивается назвать. В общем, какой-то говорит: «Чё у тебя так громко? Чё вы орёте?» Я цитирую. Ерунда, да? Я молчу. Я просто в гарнитуре и просто пальцем нажала на трубку взять. Я же не знала, кто это звонит. У меня такого номера нету. В дальнейшем. «Ты чё там, бухнула?» Я молчу. Потом как секунды молчания, а потом еще. «Алена! Твою дивизию! Алена!» Я не знаю, друзья, а также живут многие женщины с такими. Я не хочу так жить и не буду. Извольте. Еще раз плюну в сторону таких.